уже все, ребят, пожалуйста, вот без этого. Не торопись, не торопись-ка, нормально к этому относись-ка, вот без этого, пожалуйста, ладно? Мне, блядь, я же не маленький парень. Тут от меня мало что зависит. Любовь просто прошла и все. Вчера, а не сегодня это произошло, это давно уже идет, полгода. Просто во что-то верили, на что-то полагались, смотрели на дочь, там, построили какие-то воздушные замки, а давай еще раз, и вот это все это, ну, и мы тогда еще разговаривали, и пришли к тому, что Яшку я заберу, вот, потому что Яшка, он все-таки как мой пес, он ближе ко мне, а вот, а Майя, не знаю, мама любит очень Майю, может быть, мама заберет Майю, но собак однозначно надо из квартиры выводить, потому что не надо, значит, настроил такой вектор. Я не хочу загадывать, но я вижу просто, как дочь тянется ко мне, я вижу, как я чувствую ее, она чувствует меня, поэтому посмотрим. Я думаю, что для дочери я постараюсь сделать больше, чем сделал для своего сына, к сожалению. Вот. В свое время не сделал это. Ну, на ошибках люди учатся. Я думаю, Митька меня простит. Вот. Все за это. Поэтому в дочку сейчас. Я уже нашел. У меня вот одна половинка это мой сын, вторая половинка моя дочь. Все. Вот я целостный человек. Мы как Змей Горыныч, трехголовый. Значит, так надо, что не делается к лучшему. Ты на съем. Нет, я еще не на съемной. Ого, людей сегодня.